В Луге завершено расследование преступления об изнасиловании несовершеннолетней. Как передает пресс-служба Следственного комитета России, подозреваемый мужчина в сентябре 2017 года вместе с женой и ее 14-летней дочерью находился по месту жительства в квартире жилого дома, расположенного на одной из улиц города Луги Ленинградской области. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая жене и падчерице физической расправой, мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Впоследствии девочка еще несколько раз становилась жертвой сексуального насилия со стороны отчима, который снимал происходящее на камеру мобильного телефона. В настоящее время по делу собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.